Еще раз добрый день, хотя он, видите, какой у нас снежный. Опять заряжает у нас снегопады на 5 дней. Циклон пришел откуда-то с нашей братской Украины, от наших сородичей, хотел сказать, друзей, единоверцев. Теперь смотрите, вопрос. Сегодня был миф, как снег не сходит. Смотрите, видите, как он сходит? На любой теплице снег копится. Мы на образцах, видимо, они все следят за нами, то, что мы показываем, да, в сторис везде. Я специально с образцов, мы не убираем снег. Он копится, естественно. Видите, потом произошло потепление, внизу снутри подогрелось, и он сошел. На любой теплице, на арочек, даже на каплевидных снег, если кто за нами следил, снег была вот такая шапка. Но вопрос заключается в том, выдержит ли конструкция у этих людей. Вон он, видите, лежит. Хотя вроде скат, чуть ли не 45 градусов, поменьше. И лежит. Теперь следующий вопрос. Дверь. Смотрите, дверь, значит, рама алюминиевая. Профиль 40-й, кажется, Z-ка. Z-ка 40-я. То есть Z это означает, что он идет вот такой буквой Z. Зю. Вот. Здесь везде резиночки уплотнительные. Здесь на раме даже резиночка. Сама рама. И рама идет с порогом. Видите, такой порог. В двери, значит, замок, ручка и замок с ключами двухсторонний. Видите? Стекло 5 миллиметров. Тут даже наклеечка уральская усадьба, видите? И делается, пока так делаем, на алюминий обратка, чтобы зафиксировать вот так на крючок. Видите, как? Вот так вот, такая фиксация происходит. Вот такая шикарная дверь. Закрываем, открываем. Вот и все, готово. Вот такая шикарная дверь. Ее можно также установить в теплице. Второе, что меня просили, это как крепится поликарман. Смотрите, вот сюда не видно. Вот эта крышка, видите, она с защелками. Под ним идет основание. То есть основание идет, куда ставится стекло и нижнее. И захлопывается крышечкой. Вот с такой вот резиночкой. Видите? Внизу опирается поликарбонат на нашу фирменную резинку уплотнительную, которую мы ложим в теплице. В обычный поликарбонат. Опирается на уголок. Отлив, видите, 50 на 50 в цвет. Это опорно. Здесь, значит, стекло. Здесь надо проклеивать. Резинка уплотнительная проклеивается под стекло и прижимается уголком. Следующее. Здесь также. Вот видите, не видно. Идет основание. Основание. Ложится стекло здесь. Здесь сверху крышка защелкивается молотком. Вот все просто. Здесь переливчик. Дальше проемы идут 950, стекло заказывается 960 на 1780. Также ставятся в каждую практически, там, в зависимости от длины, такие диагональные усилители, распорки. Они крепятся просто, распираются на саморез с ушками приваренными, видите, если брать крупным планом, и вниз. То есть так, так, в зависимости как вы хотите. Сверху стекло ложится, еще ставится дополнительный прогон. На что опирается стекло. Там должны проклеиваться резиночки. Вот даже видно, видите, от с этой стороны. Вот она база. Вот видите, база, которая крепится к каркасу. Потом стекло, потом сверху крышка с другой стороны. Здесь стоит перелив. Видите? Здесь только один саморез торчит. Это который прижимает планка декоративная, которая вот это стекло верхнее закрывает. И вот стекло вот так вот выходит, выступает. Собирается очень легко, как все помнят. Вот эти все отверстия просверлены. Саморез бита на 8. Собирается каркас очень легко. Вот эти отверстия все просверлены. Бита на 8, шуруповерт. Все в саморез в комплекте. На поликарбонате добавляется дополнительно вот этот прогон. Чтобы по парусности, чтобы поликарбонат не болтался. Если кто-то ставит ближе к стене или к забору, бывает, или к дому, там можно дополнительно этот... Стена разбивается, добавляется прогон. И идут они вот, разбиваются на равные части. То есть вот так отойду. То есть разбиваются раз, два, чтобы на равные части. Или же мы даже делали, некоторые клиенты заказывают прогон еще вообще дополнительно. Чтобы не образовывалось мешков снежных. И не давило поликарбонат. То есть, что еще? Двери купе всем нравятся, но их уже мало в ограниченном
количестве их осталось, их сняли с производства давным-давно, у нас они на остатке, 4, кажется, штуки, поэтому успевайте.